Приветствуем, дорогие наши друзья! Я Юля. Я Маша. Давайте посмотрим, как все начиналось. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». И создал Бог два светила великие, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их. И всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И создал Бог зверей земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и стало так. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих. Правда интересно? У людей тоже есть дела, но такие ли они великие, как у Бога? Люди научились готовить еду, шить одежду, строить дома. Люди научились строить даже самолеты, которые могут подняться в воздух. Но может ли человек создать живую птицу или огромную гору, или воздух, который мы не видим и не можем взять в руку? Думаю, что каждый из вас согласится, что человеку невозможно сделать такое, но Богу и Творцу Вселенной это возможно. И самое великое, что создал Бог, это нас с вами, человека. Бог создал землю, чтобы человек на ней жил. Но сам Бог не живет на этой земле. Его из людей никто никогда не видел. Но мы с вами можем многое узнать про Него из Библии.
В ней также говорится о многих людях, которые служили Богу. Давайте вспомним некоторых из них. Но не просто так, а в виде игры. Мы с Машей будем рассказывать, а вы угадывать. Поехали! Давным-давно на земле было много людей, и все они делали, что хотели, не обращая внимания друг на друга. Они любили только себя, и им дела не было до других. Бог очень расстроился, что все забыли его заповеди. Все, кроме одного человека, который много трудился и в душе чтил все Божьи заповеди. Бог повелел этому человеку построить огромное сооружение для спасения людей, которые захотят жить по заповедям Божьим и делать добро. Бог предупредил этого человека, что на земле будет много дней идти дождь, и сказал позаботиться о животных, чтобы и они спаслись. Ну что же, ребята, вы уже догадались, как звали этого человека? Конечно же, это был праведный Ной, и сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. А что это было за сооружение, которое Бог сказал построить Ною? Да, это был ковчег. Смотрите, ребята, это звезды. Их так много, что их не сосчитать. Ну а это песок. Он состоит из маленьких крупинок, и их тоже не сосчитать. Однажды Бог пообещал одному человеку, который был уже очень стар, и у него не было детей, что его потомство будет так велико, что сравнится с множеством звезд и песка, очень много, и что от него произойдет великий народ. Вы поняли, о ком идет речь? Правильно, это Авраам. Посмотрите, какого цвета ваша одежда? Зеленая, синяя или, может быть, она красная? Мы все можем иметь разного цвета одежду. А в древние времена одежда была не цветная. Краски были редкость, потому что их было трудно найти. Но одному из сыновей папа подарил разноцветную красивую одежду. Как вы думаете, кому принадлежала эта одежда? Да, вы правы, ребята, это Иосиф. Как мы с вами знаем, у него было 11 братьев, которые, предав, продали его в рабство в Египет. Но преодолев все испытания, Иосиф стал помощником самого фараона. Это был Божий промысел, чтобы спасти народ от голода. Со временем в Египте стало так много израильтян, потомков Иакова, отца Иосифа, что новый фараон, испугавшись, повелел своему египетскому народу бросать в реку всех новорожденных еврейских мальчиков. Как раз в то время в одной еврейской семье родился сын, и мать, переживая за него, скрывала его 3 месяца. Но когда более уже не могла скрывать, взяла из тростника и сплела корзинку, и, осмолив ее, чтобы она держалась на плаву, положила туда младенца и поставила в тростник у берега реки. А старшая дочь наблюдала. Вы поняли, кто этот младенец в корзинке? Конечно же, это был маленький Моисей. В Библии также есть повествование о юноше, который был очень смелым. Он был послушен Богу и уповал на Божьи силы. Этот юноша пас овечек и любил прославлять Бога псалмами. А однажды он даже победил злого великана. Как же звали этого смелого юношу? Да, Давид. И победил он Голиафа. Посмотрите на эту огромную рыбу. Вы, ребята, знаете, что это кит? Киты – это очень большие существа, живущие глубоко в морях. Такой кит может запросто проглотить человека целиком. Вам это ни о чем не напоминает?
А ведь в Библии действительно говорится о человеке, которого проглотил кит. Ведь его попросил Бог сказать слова спасения грешному народу, а он поплыл совсем в другую сторону. Так, не послушавшись Бога, он оказался в чреве кита и пробыл там 3 дня и 3 ночи. Как же его звали? Правильно, это был Иона. Мы же с вами помним, что он еще будучи во чреве кита, помолился, и Господь услышал его и повелел киту извергнуть его на берег. Вам понравилось? Нам с Машей тоже. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Мы с вами вспомнили некоторых героев Библии. Напишите нам о тех героях, которых вы сегодня не увидели, но тоже вспомнили. А сейчас вы можете подпевать песенку с нашими друзьями. А мы с вами прощаемся. До новых встреч! Спаситель этих и тех, она с детишек.